Жителям и гостям станицы Северской раздают саженцы сибирской кедровой сосны. «Кедр в дар» – так назвали акцию организаторы и питомник Ходькова из Сергиево-Посадского района Московской области. Вот уже несколько лет подряд они периодически выезжают саженцами в разные регионы России. Проводим такие мероприятия, прививаем людям любовь к сибирскому кедру. Считаем это дело важным и нужным, потому что кедр – это одно из немногих деревьев, которое способно вокруг себя собрать более 50 представителей животного мира за счет ценнейшего кедрового ореха. Это начинали мы еще несколько лет назад, в этом году начали весной из Тюмени, уже добрались сюда. За это время на данный момент просто порядка 90 тысяч саженцев. Северчанам совершенно бесплатно раздадут 2000 трехлетних саженцев сибирского кедра. Одно дерево в одни руки. Желающим посадить у себя уникальное растение, обладающее большой экологической ценностью, рассказали, как создать необходимые условия для укоренения. Дерево не местное, но имеет все шансы здесь прижиться. В Бриньковской станице растет кедр, сибирский именно, 22 года ему. Прижился, поэтому пробовать стоит. Акция московского питомника продлится до 21 декабря включительно. Для тех, у кого еще нет во дворе кедра, рассказываем, что сегодня саженцы вновь будут раздавать с 12 часов дня на территории автомобильной стоянки на улице Ленина, недалеко от входа в парк имени Александра Сергеевича Пушкина.